Атлантида. История исчезнувшей древней цивилизации. Согласно легенде, за один день этот остров полностью ушел под воду. Многовековые достижения, уникальные знания, потрясающие строения были поглощены морской пучиной. Но все ли сгинуло и было потеряно? Неужели ничто и никто не спасся? Считается, что следов этой цивилизации не осталось, только упоминания в древних трактатах. Правда ли это? Давайте вместе прикоснемся к этой тайне.